Play. Мы продолжаем играть God of War. Хорошая война. Ну, я так думаю, переводится. God of War. И давайте. Взяли только оружие. Блин. Не посмотрел. Вот я знаю, что вот здесь вот надо ее взять. Но, блин, закрыт переход. А тут ни хрена еще сколько всяких штук. Это что такое? Мертвые, убейте моряков, скитальцев. Ладно, это потом. Ни хрена себе, вот тебе новые миссии появились. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? Брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Да. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Ничего страшного. Спартанец. Почему спартанец? Кто такой спартанец? Если я бог. Не помню, чтобы такой был бог в Греции, спартанец. Может, я им стал богом, а был человеком? Так опять же спартанец. Ну, Спарта какой-то выброшенный. Подождите, где-то было такое. Был человек, которого родился дохлым. Его выбросили, подобрали. Потом эти другие богини. Так там вроде богини воды подобрали. А этот был Гефест, который оружие ковал. Что? Эй, от тебя воняет странной магией. 14 сисек. А это еще что? Ни хрена себе. Хорошего у тебя присказка. Никогда такого не видел. 14 это сисек. Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. А где мелкий засранец? Он нездоров. Да ну, что случилось? Асы? Нет, это моя вина. И теперь я должен все исправить. Вот ведь. Ну, всем нам приходится платить по счетам, да? Как я могу ему помочь? Я ведь умелый. Хочешь, пойду с тобой? Нет. Твоя работа здесь. Я сам. Ладно. Кстати, ну-ка, могу тогда ли... выкладывай, куда ты собрался. В мир мертвых. Хельхейм! Ха! Дело серьезное. Я за тобой пригляжу. Купить чары. Так, удача 10. Повышает силу рун, восстановление на 6. Даже не знаю. Давай вот так вот куплю. Так. А вот символ теней, я даже не знаю. Ну-ка, сейчас посмотрю, что он обозначает. На что я рассчитываю. Так, рубленность, так, чары повышают. Ну, давай. Мне можно купить. Так. Итак, чары куплены. Камни воскрешения. Подожди, продать. Продаю за половину цены. Охренеть. Ну правильно, хочешь жить, умею вертеться. Плати. Либо заново. Так. Кусок чешуи мирового змея. Клинки хаоса. Пламя хаоса надо. У меня нету такого.
Пипец. Ну давай посмотрим. Деревянная рукоятка клинков. Навыки. Так. Чтобы нанести мощный двойной удар, сбивающий врагов с ног. Для проведения подбрасывающих врагов в воздух. Конечно. Так, это что за стихийные бои? А, притягивать могу. Так. Это куплено. Так, быстро не так. Быстро. Так, ну-ка быстро. Что, быстро наносить удары, не получая урона, чтобы усилить все атаки. Огня при каждом ударе повышается. Так. Сейчас это гнездо пусто, в него можно вставить камень. Ну давай. Почему я не могу вставить-то? Ну-ка, ты вставишь, что ли, мне его камень? Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего, жив здоров. Начисто. Не понимаю. В него можно ставить камень рунической атаки, купленные в лавке гномов или найденные во время путешествия. Камень рунической атаки. Ну-ка, давай-ка руническую атаку. Так, купить камни воскрешения, чары. Вообще не то. Так, замерзшая пламя у тебя нету? Нету. Так. Чары повышают случайно выбранные характеристики, делают случайно выбранную особенность. Вообще, господи, дымящиеся эти. Вот что, у меня нету ни хрена выше огненная эмблема, эмблема струн, блин. Ну вот эту, что ли, мне чары повышающие случайно выбранные характеристики. Ну давай вот эту куплю, посмотрим. Рукоять топора. Это все-таки топора. Броня, так. Броня для рук, броня. Рука для топора. Нифига. Почему не могу вставить-то? Ну ладно. Видимо, не время и не место. А, мне надо в этот, в другой мир. Пойдем. Пойдем смотреть, куда мне надо. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Мир недоступен. Один закрыл, так, один закрыл проход в этот мир. Руна странствий не сработает. Так, Альфхейм.
Вот, мне сюда надо. Переход в мир. Хельхейм же мне надо. Альхейм, Хельхейм. Блин, одну букву нахрен пропустил. Что, ты в другом мире? Что за химия? Ну, что за струпы-то летят? Давай. Перенос. Как пишется, переносится. Давай. Получилось. Если что, я прикрою. Твою ж мать, ты уже... А, ну правильно. Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Олег не может принести столько Хельхейма. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Карта. Ага. И мне надо напрямки. Ресурсы, кодекс, цели, карта, навыки. Ой, матушки, кто будет? Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. А я-то надеялся больше никогда сюда не попасть. Господи, ты что, здесь был, что ли? Так, драгоценности с собой в Хельхейм. А вдруг эту брошь уронил кто-то из них? Мама никогда не носила украшений, поэтому я до сих пор не видел ничего подобного. Надо будет показать эту штуку Броку. Вдруг он захочет ее купить. Что как захочет? Одна из пяти. Вроде не так. Смотрите, как вот, блин, тут то ли воин, то ли... Что он вообще? Надо посмотреть сейчас. Да. Это воин. Да. Сзади. Да. Да. Подожди. Вот так. Смотрим, какой-то облезлый воин. При жизни эти разбойники были очень сильными, а после смерти стали еще сильнее. Ну, разбойники простые. Ладно, предполагалось все-таки, что я все равно их убью. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Вот, значит, как можно эти гребаные синие теперь... Эх, чё, улучшим. Ну-ка. Ничего не могу сюда. Так, атака с рывком вперед, в ходе которой герой наносит врагам
дороги не считал. Ну, ладно. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. Так, ладно. Теперь могу некоторые сундуки хоть подсобирать дальше. Да. Да что это? Даже упасть не успеваю. Да. Так. Чаши эти замерзшие. Смысл от этих статуй, если они во льдах и все тут вот так вот, не чтобы лед отколотили, тут прибрались бы, я не знаю. Смысл теряется. Так. Давай. А не могу взять, да? Да. Ни хрена себе. Да я просто крут. Так. Здесь должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит Так. С этими врагами я могу помочь. Так, с этими врагами я могу помочь. Их снаряды замедляют. Папа, а мои стрелы их самих. Ага. И впрямь переполнился. Без валькирии некому судить и отбирать мертвых. И все попадают сюда. Блин, а еще и валькирии. Эти безликие существа очень злые. И не задумывая бросаются в атаку, они владеют той же ледяной магией, что и другие пришельцы из Хеля. Папины клинки рубят их с легкостью. Рубят-то рубят, но... Как вот мне... Оттуда, походу-то, надо добраться. Так. Кова, что это? Да. Кстати, хочу напомнить, что я собираю средства на видеокарту, поэтому кто желает помочь в этом деле, реквизиты внизу под видео. Под описанием. Подожди, я уверен, что вот это, видите? Это должно действовать. Ладно, сейчас, наверное, мне подскажут и расскажут на обратном пути. Давай назад. Так. Пока, может, еду, также надо хлестать. Нет. Не получается.
Это что-то не так, здесь вообще не так. Чего-то не хватает. Что теперь? Так. Нет. Ладно. Так, на меня не нападают? Нет? Нет, никто не нападает. Хрени тут никакой нету. Что-то здесь должно быть, нет? Для чего вот это построено? Ступенька. Осторожненько. Аккуратненько. Идущие огнями. По мордам ему. Так. Про чем мы узнали, эти враги умеют отражать броски папиного топора, поэтому их лучше оглушать кулаками. Но я их щитом оглушаю. Так. Можно карабкаться. А здесь? Ага, а здесь сундук. А я думал, тоже карабкаться. Ладно. Мы отсюда пришли. Блин. Царство Хель. Ну-ка, давай-ка гляну на тебя вот так вот. Через мост не переходить. Понятно. Мост какой, который вон тот? Я правильно к нему стою? Ну-ка. Или может... Как-то не так он должен выглядеть. Внизу нету ничего. А, внизу что-то есть, смотрите-ка. А как туда спускаться? Мне что-то надо уронить, что ли? Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, ну-ка, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хейле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Блин. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А? Кругами ходить буду. Кругами ходить. Чтобы поджечь предмет наверху. Это я и так знаю. Да. Да. Так, у меня где-то тут сундук был. Ага. Достали. Да не, нет, не сюда. Вот сюда, хопа.
Так. Пока оставлю вот этот камушек. Надеюсь, он останется здесь, когда я приду. Так. Вау! Давай! Хрена чего! Брат, сзади! Ну-ка! Да! Ты что, совсем дебил, что ли? Вот это так. Вальхалла. Она в Хеле. О, нет, нет. Вальхалла — часть Асгарда. Туда отправляй. С этими врагами я могу помочь. Их снаряды... Так, их снаряды летят быстро, но оглушают нас. Так. Так я вроде тут уже... Тень разведчик, тень лучник, тень Хель. Остаются лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников. Да, ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Так. Ага, так оно и должно быть. Все, понял. Да я бы мог и так спрыгнуть, что ты, блин, калич-то такой? Все боится помереть, блин. Ты бог войны, ты какой-то там хрен с ногами. Там можно выбраться наверх, если достанем. Ага, два раза. Вот так. Ишь, мать, ради этого сюда лез, что ли? Давай, сейчас еще кто-нибудь. Нет? Ну ладно. Блин, с какими-то ножами. Пока вроде неплохо. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Он перед тобой, то есть ты, блин, рядом с ним. То есть как бы сказать-то еще? Так. Такие плюшки так еще где-нибудь расставлены? Нет? Блин, валькирии всех освободить, чтобы увидеть, да, историю, значит. Ладно. Придется шататься по мирам, я так понимаю. Потому что я помню, в одном мире видел эту штуку. Ага. Минутку. Не могу. Что, с сыном сюда идти, что ли? Так.
Ладно, пусть пока будет. Я чувствую, мне еще сюда возвращаться надо будет. И бог ее знает, что меня там ждет. Ой. Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Ни хрена себе. Он меня склюет, блин. Ты ведь умеешь. Как он туда попасть? Это тут можно бродить, бродить еще. Отсюда, покуда еще-то. Так. Вот, потом я шарики эти смогу разбивать. Так, это пока оставим. Почуял. Беги! Осторожно, сзади! Давай, еще раз! Осторожно, сзади!
Давай, 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 давай. Блин. Давай, где ты? Вот так, вот так. Хреначил тебя! Давай! У, как страшно это! Теперь сердце. Придется тебе замарать руки. Давай. Я готов. Там что за пернатая птица такая сидит? И на! Весь в крови. Какой кошмар. Ужас. Достал. Ну чё ты? Больше никаких плюшек. Рога там и вон и не надо, нет? Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Кратос. Так. Зевс. Зевс? Зевс. Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Да я тебя и не спрашивал, а тебя спросил, что за место. Почему он здесь? Это невозможно. Это просто и... Так, Матур Хельсон, сын Хельхейма и хранитель моста. Он... Так, сын Хельхейма, он действительно родился и вырос в Хеле. Быть ребенком в племени троллей нелегко. Но в мире мертвых, наверное, было еще хуже. Иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Что это? Легендарный предмет, небольшой огонек, не имеющий источника, но... Ага, вот, наверное, вот эти огоньки там мне нужны. Так. Огонь хаоса.
А как они думали, что я должен перейти вообще вот это? Я, может быть, потом когда-нибудь и должен перейти, но сейчас-то мне это просто не сделать. Смотрите, души идут. Я их вижу. С разных миров, что ли, стекаются в одно место. Страшное зрелище, я скажу вам. Очень страшно. Так, ладно. И? А? Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее, давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. На. Помогай. Ну, мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Да, без проблем. Так, ветра Хеля очень нестабильны. Их можно удерживать только 10 секунд, после чего они возвращаются в последнюю ветроловку. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Вон в тот маленький шарик, который висит в середине двери. Видишь, металл? Ты можешь поглощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю, чтобы от того и гляди яйца отморозить. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Не совсем понимаю, как это, конечно, работает. Понял, что это с одной точки на другую перетаскивать можно. Так. Я специально там оставил. Блин, блински. Нет, здесь сыном надо точно хреначить. Ну-ка еще разок гляну. Чтобы направить, удерживать, я потом нажмите. Ну это понял я и без вас. Нет. Нет, не могу. Реально с сыном, что ли? Блин, смотрите, реально не могу, да? Думал, хоть как-то могу. Нет, не могу. О, ну-ка отойди. Вот здесь вот надо будет бахнуть, потом грохнуть, тут все расхренакать. Вот я забрал. Сюда я ее положил, а там, видите, она ушла, все, закрыто. Перетаскивать надо вот таким манером. Молодые ветра. Что, все что ли? Так, и что теперь? Этот кошмар владеет той же магией холода, что и скитальцы. Если она на нас падает, наши движения замедляются. Понятненько. Блин, блинский. Так. Только подожди. Вот так. Ну можно же туда перелезть, знаю. Эх, свина, как же ты мне здесь нужен? Ладно, потом с тобой сюда сходим.
Так. Проходим. Да. Да. Все. Подожди, подожди, подожди. Мне надо сначала. Лед сбить отсюда. Вот что надо. А потом уже. Либо отсюда. На. Сумел. Чё хоть достался? Твою ж мать, опять реликвия какая-то. Как мертвому при парке. Мне надо мощь. Так, ладно. Кстати, этим яблоком, этим ветром, ветром. О, правильно там. Говорится. Ага, здесь я не могу спуститься. Ладно. Минут. Здесь мы точно спуститься не можем. Потому что... А, смотрите, площадка-то там подготовлена. Здесь. Нет. И здесь нет. Ладно. Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Так, получается, Зевс, а там Один. Какая-то мифология, это все в мифологиях. Вот она, она. На. Открывайся, врата. Ага. Дай-ка я попробую. Я не понял. Тихо, 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 тихо. Почти. Почти.
Пес тебя поимел. Какой-то, подождите, редкий предмет, рукоять для клинков, низкий шанс, так. Ну давай. Так. Конечно его. Где у меня оружие-то? Тут еще никого нету. А как я могу тебя прокачать? Так, ладно. А, кстати, что, блин, пропустил, подожди. Простые деревянные рукоятки для клинков. Сила 8, а это сила 10, руны, удача. О. Неплохо, что я на него напал. Так бы мимо прошел, я бы его и не заметил бы. Вот так. Взял. Что взял, я так и не посмотрел. Нахуй, кстати, что я взял там. Ну давай еще разок попробуем. Беги, 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 беги. На. А что я запустил? Так. Вау, ни хрена себе. Да. Так. Я какую-то штуку здесь сделал. Так, перед тем, как пустить ледяной снаряд, они смотрят с неба, и тогда нужно либо уклоняться от их атаки, либо пытаться достать их топором папы или моими стрелами. А тебя зачем сюда поставил? Что ты мне даешь? Чтобы я тебя мог перетащить дальше, правильно? Вот сюда. Чтобы я тебя мог вот сюда перетащить. Так. А отсюда я тебя перетаскиваю куда? Оп. Вон туда, либо... По низу шарохаться. Да. Брат, сзади. Да. Так, и что вы мне тут даете-то? Я тебя принес. Так. Эффекта опять никакого. Куда мне тебя дальше тащить надо? Заморожен. Слышу, где-то что-то случилось. Да.
Это все, что ли? Куда? Куда мне тебя? Так. Ну, давай, 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 давай. Вот сюда надо. Хрена мне куда тебя тащить-то надо. Аж вон туда. Недалековато ли? Особенно если так застряну, так. Она в первоначально, да, ушла? Так. Давай, давай, давай. Я просто... Блин, вот это вот... Твою ж мать-то! Где-то, мне кажется, должна быть все равно эта штука. Потому что, ну, блин, реально так далеко тащить. Вот она! Ага! Подожди. Я нашел тебя, скотина. Так. Так вот можно. И отсюда уже бежим туда. Передаем. Вот так. Вот это более реально. А то... Ну, я бы уже забыл про этих воронов. Ага. Минутку. Ешь твою мать. Ой. Что же мы наделали? Что же натворили мы? Так. Вот отсюда я беру. Куда мне вставлять-то здесь? Так. Ладно. Ну-ка вниз давайте посмотрим. А, так мне и надо было первоначально даже тащить сюда. Или нет? Умею ли я дотащить?
Далековато так-то. Может, где-то под сосульками что-то прячется. Вот. Говорю же, невозможно было бы так дотащить быстро. Давай, беги, беги, беги. Вот так и тащим его, блин, через всю карту. Ну, я взял. Кто-то взял. Слабая руническая атака, круговая атака. Ну-ка аж. О, а мне какая разница-то? Подожди, нет, у меня вот это установлено, но вот это-то у меня тоже нет. Ну и пусть пока что будет такая вот. А, в смысле, я не могу, это... Так, сейчас это гнездо пусто. А я не могу. Зато на это у меня до хрена чего. Ну-ка, давай-ка его улучшим. Так, и что, получается у меня это? Урон 3, оглушение 2. Но тут по-любому больше. Нет, тут у меня 4, 2, 3. Они бы были бы как-нибудь, я не знаю, по рассортированы. 4, 3, 3. Вот 4-4, ну блин, оглушение. Эх. Вот у меня медальон, конечно, 6, но, блин. Вот это-то мне позволяет здоровье так. Высокий шанс получить прилив здоровья при успешном точном броске. А этот низкий шанс получить прилив здоровья при успешном... Низкий шанс. А здесь... Высокий шанс. Вот тебе и разница нахрен. Куплено. Куплено. Чтобы нанести удар размахом. Ну это мы знаем. Так, носи. Ага, ну это мы тоже знаем. Ну и все. И... Нажмите Z во время бега. Охренеть, смотрите, как мы долго этот шарик тащили, вонючий. А, можно было бы отсюда его, да, так переделать. Ну ладно, что сделано, то сделано. По крайней мере, достал, ладно. Этот чемодан. Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Подожди, сыну. Так, улучшение клинков хаоса. Да подожди, улучшение клинков хаоса. Так. Так, это что, 4? 8 и 8. Потом можно будет прокачать, конечно. Это мне вообще вот так. Это на что? Точно. Рукояти для клинков. Сила руны. Так. Сила защита, удача 8, 8, 10. Сила и руны. Сила руны.
низкий шанс получить прилив ярости при убийстве врага. Так. Низкий шанс получить дар защиты при убийстве врага. А защита, сила, удача. Ну, сила там на 4 уходит. Блин, твою ж мать. Низкий шанс. Тут 8-8 вообще. Упадет и удача упадет, и руны упадут. Умеренный шанс получить благословение восстановления ранее, находящихся в воздухе врага, атака. Вот. Давай вот это вот попробуем. Все-таки по максимуму. Смертоносные рукояти защиты. Так. Так. Теперь прокачаем. Смертоносные боевые фесы. Давай для начала вот это. Так. Нет, еще надо. Будем сравнивать. Так. До максимума. Рукояти топора. Улучшить. Нет. Нет, замерзшее пламя. Нет, клинки хаоса. Вау, клинки хаоса улучшить можно. Так, а что? Пламя хаоса, блин, оно у меня одно. Потом. Вот нагрудная броня. Но у меня вроде другая стоит. У меня все выше 4 уровня. Ну-ка, давай-ка попробуем. Броня для рук. Хочу посмотреть, что же там будет. Броня для бедер. Рукояти для топора. Мы уже смотрели талисман. Ага. Чистая суша с миров. Она у меня всего одна. Мало ли куда она пригодится. Там всего лишь 3 уровня. Ну-ка давай посмотрим. Рукояти для топоров. Это... Так, сила 16, руны 10, удача 15, сила 12, защита 15, удача 15. Тут руны, а тут защита. А, ну у них еще разница-то, подожди, это что у нас? Низкий шанс получить удар защиты при убийстве врага. Низкий шанс получить удар силы при убийстве врага. Разницы никакой не вижу, конечно. Почему у меня сюда руны, какие-то персональные руны? Передавай недомерку привет, как поправиться. Так, улучшение, да, это я знаю. Так, продать. А, ни хрена себе продать. Нет, купить. Да сейчас. Чары, артефакты. Броня. Так, для бедер. Ладно. Потом я как-нибудь. Сейчас надо обратно идти. Надо вот такой значок искать, да? Немедли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. Конечно.
Давай. Мир временно недоступен. Мир закрыт. Один... Так, он закрыл проход в этот мир. Руна странствий не сработает. Мир, говорят, это центр всех миров. Это мое нажать. Он не закрываемый, да? Теперь-то ясно. Я вишу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Боже, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ну да. Ему не скажешь, понял? Хорошо. Вот единственное, что мне нравится в этой игре, то, что вот эта бестолковая башка, да и такие разговоры, они выносят, почему гном синий, почему он ненавидит. Ты знаешь про короткий путь меж мирами? Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. Ну, давай посмотрим. А, их открывать надо. Вот так вот. Все, теперь будем открывать ворота. Ну, это уж без вас я буду открывать. Они к главной миссии-то никак не относятся, не соотносятся. Поэтому... Хотя и второстепенные тоже здесь уже закатывал. Что ж. Надо просто сходить некоторые сундуки подсобрать, где еще я не собирал. Так что делов много. Эти гребаные яблоки искать, эти рога искать. Не факт, конечно, что они все в одном мире будут, но надо. Заходим. Свет. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Ничего страшного. Да что твою мать-то? Надо спешить. Подожди, спешить. Вот где-то я помню, тут зеленый свет этот был. Вон оно. Куда вот его только можно было деть, я уж не помню. Так. Здесь-то у нас ничего нету уже. А, вон туда. Сейчас, минутку. Так. Стой, 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 стой. Ну-ка. А хрена ли, ну-ка-то, если я не могу без сына взорвать этот гребаный сундук. Вот этот шар.
Подожди, подожди, все глючит. На. Так. А теперь мне надо отсюда, успею нет добраться. Давай, давай, давай. Нифига не так. Ладно. Ну давай быстрее. Подожди. Ты не хочешь лезть, потому что сына нет? Ладно. Я думал без него пока тут приключениями позаниматься. Ладно. Выходим. Как с собой разбираться, я уже узнал. Держи. Сердце. Сердце. Ты принес? Да. Вари его. Жарь, как толчи. Почему именно сердце, не печень, не легкое? Почему там с него можно запчасти это было набрать? Все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Знаю. Приподнимешь его? Давай, сынок. Я говорила, что у меня тоже есть сын. Ну ты же слово матери дала. Целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любые жертвы. Растопило сердце, да? Трупа этого. Не знаю, кто я, он там. Я, конечно, все делала для себя. Сердце полубога, мои, наверное. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжела. Но с детьми вообще всегда непросто. Я подумаю об этом, женщина. Это проклятие. Мальчик был проклят. Нет. Не уходи без меня. Не собирался. Ты мне нужен. Там подняться надо. Давай. Обезьянка. Мальчик. Теперь мне лучше. Я вижу. Вообще у Бога сын. Держит путь. Как так-то? Столько сыновей всех нахер посылают. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Ну? Спасибо тебе. Я весь в железе, весь в цепях, она такая маленькая, хрупкая, блин, тоже. Выполнена, хвост. Я этого не забуду. Спасибо. Благодаря отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно.
А где мне? Мой дом всегда открыт для вас. Пошли, подземелье. У нас есть куча дел. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Мальчик. Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Итак. Ладно. Ты мне нужен. Построили. Смотри, какие у бати есть штуковины прикольные. Ага, блин, мне не сюда надо, мне потуда надо протянуть. Только подожди. Сейчас мы с тобой насобираем всего чего угодно. Не то. Да. Видал? Достали. Теперь пойдем сюда. Ох, мы с тобой сейчас наворотим дел. Видишь, без тебя я не мог залезть сюда. Было бы слишком просто. Подожди, перед тем, как мы вот это вообще сделаем. Опасное деяние. А как-то надо... Только подожди. У нас проблема небольшая возникла. Я отсюда не достаю. А так нам не пробежать. Какая-то головоломка нахрен. Так, нет, нет, не сюда. Ну-ка, давайте-ка сверху осмотрим еще разок. Что мы знаем, что мы можем. Так. Мы отсюда. Ну-ка. Нет. Как мне дальше быть? Что-то переносное, что ли, есть или что? Так. Нет, это грязь. Какая власть, какая грязь. И как приятно в эту грязь упасть. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А я пока буду смотреть, как же все-таки достать эту штучку. Пока.